Рамиль Шейдаев, да. Ливанул он только что. Вы лузеры, ну кза. Просто тащу. Хорош! Камера есть, что ты нет, говоришь? Будите меня в 3 часа ночи, я все равно вас выиграю. Окей! Утопикс Азербайджан. Какой? Вот сиди, бу. Яхши, да. Гербердин. Какой маск подал мы сам, бля? Алмания гол вырмышь, не сам вырмышь, но не? Ясы кардаш, не иди. Ну и судья игру не остановил, Шейдаев. Шейдаев, еще одна пауза, опаснейший момент и 1-1. А вот сиди, я. Ну, ба. Маск подал, бля, это импортный. Hansı firmadır? Nike? Nikel de ha. Yo, Nikel de Şeydayev yazılır. Hoppa. Şeydayev, ayağında patlanka da ha. Azerbaycan'da inirler de. Bayrağımızda da var orada. Salam, siz Urban Kings Azərbaycan kanalındasınız və bugün bizim çoxdan gözlədiyimiz bir qonağımız gəldi. Azərbaycan milli yığmasının futbolçusu, Rüdigeri futbola gəlməyə peşman edən oyunçu, Nuqzarı gündə Instagramda ədəliyən oyunçu Ramil Şeydayevdir. Uzun zaman biz Amil'dan xahiş edirdik ki, Amil challenge'larımızda get qapıda dur. Nəsə, hər challenge'da deyir də, gələcəm, duracam, gəlirdi. Gələn momentdə özü ilə bir qapçı gətirirdi ki, yox, mən durmuram, mən də challenge'larda iştirak eləyəcəm. Ramil Şeydayevın adını eşidəndə isə dedi ki, yox, mən özüm gəlib qapıda dayanacağım. Axırıncı dəfə nə vaxt durmusan qapıda? Axırıncı il yarım bundan qabaq. Ты бы блеванул бы еще. Ты бы их не видел. Блеванул он только что. Ты бы их не видел. Не, не надо руку дать. Алло, ковид. Алло, иди ко мне. Попади. Опа, смотри, он еще в форме, блин. Понял, нет? Иди, дистанционно, пульт. Молодец, Василия. Вратарь маленького роста, но высокого класса. Bugün bizim 3 tane challenge'ımız olacak. Birinci challenge'da penal zərbələri olacak. Amma çox qeyri-adi penalti zərbələri olacak. Çünki hər dəfə hamımız ayrı-ayrı penalları yerinə yetirməli. Məsələn, birinci dəfə düz ayaqla vurdusa kimsə, ondan sonra sən artıq düz ayaqla vura bilmərsən. Ya səhv ayaqla vurmalısan, ya dabanla, ya da ki qalanı qalır fantaziya var. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Все, мы первые начинаем. Ты или стоишь, или нет? Каждый раз. Что, он опять вырвал? Какие вещи не делает? Ой, почти, блин. А он под меня косит на пляже. Как я на пляже тебя учил? Буду учиться. Вот, молодец. Не верю? Почему? Зачем мне верить? А он не пинает их, да, он не пинает. Что, я не пинаю? Ты в сборной бьешь? Или где ты бьешь? Я нигде не бью. Я был прав, как всегда. Я сейчас пятушку поднял. Все, готов. Я уже читаю. Ой, блин. Я думал, вы серьезные соперники. Вы, блядь, даже новый прием не можете придумать, бля, как я делаю тебе. Так, хотя бы на камеру покажи что-то новое. Бля. Сейчас пока один один. Что за тележки вы? Это так, да? Если со всей силы бьешь, ты не знаешь, что ты первый. Все равно не попал. Да. Для всех этих смешных порталов видео, смотри. Бакасай не считается. Сколько Бакасай? Бакасай. Да? Блин. Ну почти, почти. Телега ты. Блин. А, до трех забитых? Да. Я бы что-то забил, а вы так дали. Как он улетел туда? Держи. Неплохо. Ай, блин! Куда пошел? Вы
вы лузеры, ну за. Я брат, забил, а вы нет. Если бы я этот мяч забил бы, я тоже 4-3-3 попал бы. Если мой диетолог это увидит, мы его испытываем. Test the limit? Да. Как Криштиану, да? Не, а вы что, вы думали, вы сильные? Махира вы там думали, взяли, кого-то еще взяли. Вы думали, сильные, что ли, или что? Пока что да. Проблема в чем, брат? Я всегда играю что до конца. Что вы со слабыми раньше были, да? Они, помимо этого, они все время поддаются. Вот он и он. Ты случайно и забил это один-единственный прямой удар. Это не случайно, я бил его в центр. Виталик Малим! Я думаю, вы мне больше конкуренции составите, чем они вчетвером. С КВН людей на бале, с гандбола. Я с тобой согласен, брат, да. Я с тобой согласен. С волейбола, блядь. Идите возьмите с плавания, повезите, блядь. Давайте с Амилем поиграем. Что же, блядь? Я в шоке, блядь. Нормально, пойдите, блядь. Сейчас реально битва начнется. Я в шоке. Ну хлюешь, да? Нет. Ну тут у тебя нет касания уже? Нету? Нет. Правда, знаю, корявые по сырами. Давай, Рам, сколько кладешь из 5? До того, как начал бить. Кому ты проиграл? Вот сейчас 1-1. Камера, иди сюда. Они уже правила новые придумывают. Вообще новые, таких не бывает в футболе, даже в челленджах. Из 5-5. Да. А Мурза потом не сможет забить из 5-5. Ага. Все, полностью. А, только 5 я могу забить, да? Даже 1. Если он вообще ни один не забьет, а ты 1 забьешь. Все, все, понял. Амель, ты как будто не заканчивал карьеру. Когда он бьет, как будто не начинал ее еще, давай. Сейчас. Я думаю 5 из 5-5. Если первый забьет, то наверное 5 забью. А если первый не забьет, то наверное 3 забью. Надо 2 забить, и мы выиграем. Я говорю, здесь маленькое место, бля.
зашел. Все. Заново, не зашел, брат. Я дал, я отбил бы. Я отбил бы. А ты на него смотри вообще. Я отбил бы, брат, он просто там зашел. Не, моя ошибка. Моя. Я ему помешал. Это гол, и мы заканчиваем. Давай, не думай долго. Брат, я взглядом хотел отбить. Вот он так хочет играть. Махир тоже так был. Это не считается. Вы можете как хотите кидать, на. Ой! Кто не прыгает? Да, понял! Просто. Но он КВНщик, можно простить? Очень слабый. Простить можно его? Нет. Простить и понять? Нет. Нельзя. Он разозлился, слышишь? У него пульс уже. Что, пошли? Что, что, скажи? Мы не профессиональны, ну, я как бы бывший, да, уже. Человек уже каждый день тренируется. Блин, последний шанс, ребят. Фукзар Индевермаса, футболист умный. Давай за Родину. Лёг, лёг, лёг. Вот, Настя. За Урбан Кинг. Да. Вытаскивай Урбан Кинг, блин. Подожди, пока он туда докатится. Вот, смотри, вот так. Давай. Он сейчас чувствует, что уже рубка пошла. Теперь держись. Ай, блин! Вот, вот, опять. Ой, блин. Хороший, блин. Блин, мощный удар. Что происходит? Брат, ничего. Просто тащу. А это легко, да? О, наконец! О, вот, сюда ходит, да, вот здесь. Смотри, смотри. Стоп. Блин, ну как так, блин? Полтора года не стоит. Амиль, ты совсем, если честно. Близко было. Испугался. А что пахнет? Пицца идет. Ему плохо стало. Тогда батарейка будет вылить, правда? Ай, блин, смотри на нее, заряжается, блин, смотри на нее. Да все снимай то, что я пишу и выложу. Без бугинки челленджа до сона чатты. Смотри, два лысых там. По какому принципу и критерию главный тренер подбирал себе помощника? Мне кажется, по волосам. Bizim bugünkü challenge'ımız da sona çatdı və Ramil Şeydayevdan da bizim izləyicilərimizə iki dənə xüsusi hədiyyəsi var. Biri Sabah Futbol Klubunun forması onun imzası ilə, bir dənə də top imza ilə bağışlayacaq. Amma onun üçün şərh bölməsində bir suala düz cavab vermək lazımdır. No, для розыгрыша я придумал такой вопрос, что кто был моим любимым игроком в детстве?
самый мой, можно сказать, первый мой кумир. Şərh bölməsində Ramil Şeydayevin uşaqlığında ən sevdiyi futbolçunun adını yazmalısınız. Эй, камера есть, что ты нет, говоришь? Дай покажи камеру. Я не поворачиваю на меня, думает мы так. И подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайк, колокольчик. Зовите меня в шахматы, я во все вас выиграю. Во сне даже разбудите меня в 3 часа ночи, я все равно вас выиграю. Время тик-так, и мы его опережаем. Мы летим наверх, и нам никто не помешает. Номер один, уно, уно, в этом деле шаришь. Нам нужен только мяч, мяч, и мы побежали. Урбан Кингс, Азербайджан. Урбан Кингс, Азербайджан.